Глава города Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин пришли на заседание молодежной думы, чтобы рассказать начинающим парламентариям о планах развития города и о том, какие проблемы сегодня тревожат власть. Громадьону самый главный план, как нам молодежь в городе сохранить. Вот это самый главный план, который на сегодня стоит. Проблема номер один. Считаю, что за год уже есть чем гордиться, да, есть определенный опыт, который сегодня наработан, есть интересные направления, которые мы предполагаем дальше реализовать. Начинающие парламентарии готовы помогать муниципалитету. Как это делать эффективно, молодым депутатам рассказала Анастасия Пушкарева. Она говорила о грантах, которые регулярно получают участники образовательных форумов. Помимо того, что вы можете на этих форумах получить финансирование, можете получить огромный опыт общения с интересными людьми, с которыми вы не встретитесь в обычной жизни. Туда приезжают и спортсмены, политические деятели, известные актеры, композиторы. Еще один вопрос повестки – формирование профильных комиссий молодежной думы. У нас сейчас организуются три комиссии. Это комиссия по вузам, СУЗам, комиссия по общеобразовательным учреждениям и комиссия по взаимодействию с молодежными организациями и объединениями. И данные комиссии займутся более плодотворно и более плотно именно проблемами изучения данных целевых групп. И я думаю, это принесет свои успехи в будущем. Высказал один из начинающих парламентариев и идею создания в Нижнем Тагиле молодежной администрации. Однако это предложение серьезной поддержки коллег не получило.